самом деле для того и нужны кураторы, чтобы рассказать вам о том, что художник не всегда прав, даже в трактовке собственной работы. На самом деле грустно, это все равно очень веселое произведение, говорящее о том, что можно создать такую лирическую, трогательную, в чем-то действительно немножко грустную работу, которая, если присмотреться, на самом деле основана на очень привычных нам бытовых вещах, этом значке «РУС», который вы можете часто видеть. Это маленькая серая картинка, на самом деле очень смешная и ироничная работа.